Куратор соцблока вместе с министром образования Еленой Воробьевой осмотрели помещения столовых, пообщались с работниками и детьми. Визит делегации стал сюрпризом для образовательных организаций. В ходе общения школьники рассказали, что едой они довольны, но не везде есть разнообразие. Анна Минькова подчеркнула, что необходимо составлять меню так, чтобы ребенок мог выбрать завтрак и обед по вкусу. Дети отзываются о питании очень хорошо, им нравится, им вкусно. Но я смотрю, выбора нет. Мы сейчас были в краснодарской школе и видим выбор из 3 блюд. И это, конечно, альтернатива, в принципе, должна быть для любого ребенка. Любой ребенок имеет право на то, чтобы не выбрать, допустим, гречку, а выбрать картофельное пюре. Но что касается вашей новой школы, то, безусловно, здесь нужно подумать над тем, чтобы у вас был выбор блюд. Принципиально важно. Мы разрабатываем. Да? Анна Минькова также напомнила директорам учебных заведений о том, что президент поручил организовать бесплатное горячее питание для учеников начальных классов во всех школах страны. Средства на это выделят из консолидированного бюджета. Напомню, на Кубани завтраками и обедами бесперебойно обеспечивают 99% школьников. Это один из лучших показателей в России.